практически весь май был в заморозках. В некоторых регионах, я говорю про Тюмень, в некоторых местах до минус 10 температура опускалась. И даже наша смородина не везде даст хороший урожай. Но, тем не менее, более поздние культуры такие... Например, у нас ушла от заморозков жимолость. Это очень ранняя культура. Ушла косточка в этом году от заморозков. То есть, когда цвел у нас абрикос, когда цвела слива, в это время у нас не было заморозка. Ну, или прошла как-то так, не везде, местами прошел заморозок. Значит, мы тоже ожидаем в этом году урожай косточки. Но зима, опять же, была достаточно тяжелая, и не все сорта выдержали, не все плодовые почки сумели сохранить, и зацвели только самые морозостойкие сорта. Яблоня в этом году, ну, на некоторых участках она попала под заморозки, и поэтому яблони не будет, но должна быть груша. Когда цвела груша, заморозков не было. Если дальше будет вот такое спокойное лето, без каких-то больших всплесков по температуре, что вверх, что вниз, то растения спокойнее войдут в зиму и сумеют подготовиться за наше короткое лето к зиме и, наверное, перезимуют хорошо.